Если вы внутренне успокоитесь, а я надеюсь, что мы у нас как бы первый шаг сделали и дальше постараемся, чтобы это так случилось, вам будет просто все равно. Вот Вот, видишь. настоящее расставание, вот это я как бы ставлю, да, метку такую, что вы о нем вспоминаете и нейтрально. Было Ну и так, было. да, было и было. Ну так, в принципе, вы так воспитаны, что можете просто, ну, вы хороший человек, но не сложилось так. В общем, это вот так, и все. И ничего внутри не дергается, ничего не это самое. Да, он с вами там связывается, он даже плачет. И ничего, да, у меня тут ничего не шевелится. Вот тот правильный результат, да. Потому что, смотрите, когда мы очень резко негативно относимся, это еще привязка. Да, то есть на тот момент у вас все может быть разблокировано. Но доступ к сердцу уже закрыт, понимаете? Вот здесь ничего не шевелится. А все, ну это же это техника, это каналы коммуникации, да, то есть. Он может приехать в ногах валяться, а вы просто будете, ну, извини, но это некрасиво, неприятно. Унижаешься здесь, я как бы, ну, из каких-то чувств к тебе, там, уважения, пожалуйста, не делай, мне неприятно. Да, то есть, ну, когда увидит это все, ваше полное равнодушие в глазах, он, то есть, поймет. Ну, я так думаю, он будет страдать, конечно. То есть, вот это вот тот результат, который, в принципе, как цель мы поставим, чтобы у вас внутри там стало абсолютно спокойно. И я думаю, было бы очень правильно, если бы вы уже сейчас начинали думать о новых отношениях. Потому что вы молоды, вам как бы есть люди, которые как бы могут жить одни, но их немного. И вы не из них. Да? То есть, и не надо оплакивать не сложившиеся. Вы и так потеряли достаточно много времени на все это. Нужно смотреть вперед, да, чувствовать взгляды на себе мужчин вокруг, радоваться этому. Немногие женщины говорят, что это неправильно. Я говорю, нет, почему? Ну, он посмотрел, это же не означает, он же с вами не переспал, да? Вы чувствуете его желание? Это приятно. Берите маленький бонус, приятно, да, я нравлюсь, классно. И все. И он ушел, вы просто понесли в себе это ощущение. Потому что некоторые говорят, вот видишь мужчин вокруг? Нет, я на них не смотрю. Они на меня похотливо смотрят. Я говорю, ну мужчины так устроены. Да, то есть это как бы, ну это же хорошо, что привлекательное, да? Бери это маленький, сколько хочешь, да, вот этого всего внимания. И чувствовать себя женщиной. И смотреть вокруг, и присматриваться. Может быть, пока что такая будет легкая, такая, легкий интерес к мужчинам, пока еще там укладываться будет в душе, да, все это проходить, где-то так. Себя найти нужно, да, вот этот момент переходный от себя найти, да, себя как бы уже в статусе опять свободной женщины, да, и готовой к новым отношениям. Но постепенно все равно обращать внимание на мир. Вот еще в чем особенность, мы как бы раз вот был мир, было много людей, было много мужчин, было много. И мы только раз на кого-то выбрали, класс, и на одном сфокусировались. А все остальное как перестало существовать. Но это происходит естественным образом. Вот сейчас нужно от этого уйти. Он не один в мире. Даже если так вот там, негативно к нему привязка, это неправильно. Ну, фу, да бог с ним. Да ерунда это все. Да? Ну, смотреть на себя в зеркало. Я такая красивая. Я такая классная. И все. Я уже не с ним. Mm-hmm. Сам виноват.